Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военноедело.ком. На Украине задержан один из лидеров Исламского государства. Гражданин Грузии Аль-Бара Шишани был задержан спецслужбами Украины недалеко от Киева. Как сообщили в СБУ, арестованный является одним из ключевых руководителей запрещенного в России Исламского государства. В распространенной информации уточняется, что Шишани был задержан в результате совместных действий СБУ, грузинского МВД и американского ЦРУ. Украинская спецслужба сообщила, что террорист незаконно приехал на территорию Украины летом прошлого года, при этом он использовал фальшивые документы. На данный момент он находится под арестом в ожидании экстрадиции. Напомним, что Исламское государство или ИГИЛ – это организация, которая официально запрещена в России и признана террористической. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.